Монголия. О том, что этот наш южный сосед славится на весь мир замечательной рыбалкой, известно давно и каждому. Причиной тому является множество факторов. Это и уникальная природа, и низкая плотность населения, и отсутствие у коренных жителей интереса к ихтиофауне, как к продукту питания. Сказывается изобилие мяса. Забегая вперед, скажу, что версию о религиозном табу на рыбу нам подтвердить не удалось. На прямой вопрос проводнику, почему монголы не ловят или не ловили рыбу, был получен скорее уклончиво-ленивый ответ – не знаю. Пока убедиться рыбному изобилию Монголии мы могли лишь косвенно. Реки, берущие начало на ее территории и протекающие по Забайкалью, заметно богаче наших доморощенных водоемов. И вот, как-то раз в октябре судьба предоставила нам шанс подтвердить или опровергнуть славу этого рыбного клондайка. При содействии туристической фирмы «Дартс» совместная команда магазина «Клёвый», журнала «Азимут» и Читинского рыболовного клуба снаряжает разведывательную экспедицию. На двух наших верных УАЗах-буханках шестеро профессионалов-любителей держат путь на юг. Пополняем в последний раз на родной земле запасы топлива. Даже на окраинах нашей родины о нас заботится открытое акционерное общество «Нефтемаркет». Без проблем преодолеваем пограничный и таможенный контроль. Пока ожидаем оформления разрешения на рыбалку, есть время познакомиться с местным колоритом. Как вам, например, такое сочетание «юрта с тарелкой»? И внутреннее убранство юрты производит приятное впечатление. Ну вот, все документы получены, скорее-скорее на водоем. После продолжительного трофи-рейда по пыльным проселкам мы достигаем долгожданной цели – реки. Сравнивая сомнительные советы гида с показаниями GPS-навигатора, выбираем место для первого табора. Отсюда. Мы за бугорком. Вот где Юра ночевали-то, помнишь? Володя, первый раз. А? Я вот в этой вот всей маре по вот этой дороге дров не будет однозначно. Наши требования соблюдены. Это радующее глаз и изобилующее дровами место в устье ручейка. И вот долгожданное утро. Еще не ослабший ночной мороз не позволяет немедленно начать рыбалку. Будет отмерзать леска и кольца спиннингов. Возникший тайм-аут тратим на подготовку снастей. У тебя, чтобы леска не накручивалась, а сразу... Так слаживаешь просто. Ну, вдвойне. Вот за это цепляешь, раз, промотнул. Еще можно раз вот так, раз, и... Выводишь ее как-то вот. По... крепче. Концевой цели сюда, да. Что хочешь. Вот, и потом просто натягиваем, все. Готовим и проводочные удочки, и мощные спиннинги, и легкий ультралайт. Дожидаемся, когда температура воздуха преодолеет рубеж Цельсия, берем все сразу и вперед на берег. Начать решили с подмеченного наметанным взглядом еще по дороге весьма перспективного места – переката с мощной струей, переходящей в небольшую ямку на выходе из Курьи. Осторожно, словно боясь спугнуть удачу, начинаем рыбачить. Первый заброс в незнакомую реку всегда полон таинственного предвкушения. В качестве приманок для начала – используем вращалки и воблеры среднего размера. 100% индикатор наличия рыбы и ее желания ловиться. Пара-тройка забросов в струю приносят первый результат. Неплохого полторашного ленка. Тут же срабатывает и вращающаяся блесна.
Ага, с этим делом все понятно, думаем мы, и тут же беремся за удочку. Мощный заброс отправляет настрой на середину потока. Поплавок, слегка расслабившись, покорно поддается течению, размеренно качая вершинкой, словно на прощание, и тут же исчезает в пучине. Забайкальская обманка ручной работы Александра Вереса, более известного читинцам как Борода. Так мы и будем называть его далее. Эта приманка, будучи подводной коллегой нашего поплавка, явно оказалась привлекательной для иностранных линков, что заставило поплавок принять подводное положение. Однако следующие поклевки приносят линков помельче, которые нас не интересуют и аккуратно отпускаются. Это типа крокодила, только японского производства. С удочкой все понятно, заключаем мы, воодушевленные такими темпами разведки. И вот в атаку пошла тяжелая артиллерия. Увесистые, хотя и небольшие колебалки. Несколько забросов приводили за блесной потенциального хищника, преследование которого угадывалось по поднимаемой на мелкоте перед берегом волне, идущей в полуметре за приманкой. На пятом или шестом забросе сомневающийся подводный охотник принял такие решения на атаку. Та же участь постигла и следующего, чуть более крупного таймешку. Однако этой блесной интересовались не только таймени, но и неплохие линки. Несколько достойных экземпляров были оставлены на жареху. На сегодня, пожалуй, достаточно. По возвращении в лагерь уставшего, но довольного результатами подразделения разведчиков, наш начпрот Юра незамедлительно пожарил трофей. Рецепт не совсем ординарный. Порционные куски рыбы перед тем, как отправиться на раскаленный противень, обмакивались не в муку, а в панировочные сухари. Получив вместе с рыбными калориями новую порцию охотничьего азарта, у костра строим планы на завтра. Следующий день решаем целиком посвятить короткому, километров на 10-15, сплаву по реке. Монгольские друзья забрасывают нас выше по течению, на своем УАЗе, а мы полным составом на двух лодках сплавляемся до табора. Сплав – это всегда лучший способ познания реки, ибо без внимания не останется ни один перекат, плес или ямка. А в лучшем месте всегда можно сделать остановку и более плотно обработать его с берега. Путешествие на лодке по незнакомой реке всегда волнительно. В голове идет постоянная борьба противоположностей, желание остаться подольше в уловистом месте, ну и, конечно, стремление идти дальше в поисках лучшего. Делаем первую остановку в явном линковом месте. Длинная коса с пологим галечным берегом и крутой, поросший кустарником, противоположный берег. Разламывая тонкий, образовавшийся за ночь заберег, не спеша начинаем рыбалку. В нашем арсенале сегодня только спиннинги. Результат не заставляет себя ждать. Линки жадно хватают приманки практически одновременно у всех,
так что оператору приходится носиться без остановки от одного рыбака к другому. В качестве приманок мы применяем в основном воблеры с небольшим заглублением до 1 метра, отлично зарекомендовавшие себя на наших неглубоких забайкальских реках. Леску используем только плетеную, так как разведка показала, здесь велика вероятность поимки трофейных экземпляров. В местах массового скопления линка нам часто попадались и небольшие таймишата. О нелегкой борьбе за выживание подрастающего поколения среди большого количества взрослых собратьев красноречиво свидетельствуют многочисленные рубцы и шрамы. Вот, например, молодой таймешка, совсем недавно побывавший в пасти зрелого сородича. Обилие крупного от килограмма до 3 линка позволило нам сделать вывод, что это не местная, а скатившаяся на зимовку из боковушек и продолжающая жировать рыба. Причем попадались нам линки как типичной острорылой формы черного окраса с крупными красными пятнами, так и более редкой, тупорылой коричневого окраса почти без красных пятен. Некоторые ихтиологи склонны считать эти формы самостоятельными видами, однако до конца этот вопрос не решен. Ну а мы продолжаем свой сплав. Но стоило нам сменить место дислокации на более глубокое, расположенное в устье притока или широкой курьи, как поклевки линка практически исчезли, что тут же наводило на мысль о присутствии здесь его, хозяина реки, тайменя. И мы в своих предположениях не ошибались. Небольшие таймени весом до 5 килограммов постоянно выдавали свое присутствие. Либо плескались на мелководье, преследуя добычу, либо проходили прямо под лодкой. Учитывая чистоту воды, не заметить их было невозможно. Ну и, конечно, они соблазнялись нашими приманками. Количество тайменей на одном участке реки, как нам показалось, превосходило количество линков. Средний размер таймишат, которых нам удавалось поймать, был от 3,5 до 5 килограмм. Такой калибр мы сразу же окрестили как монгольский стандарт. Вот как писал об этой удивительной рыбе наш замечательный земляк Евгений Куриной в известном рассказе «Охота на тайменя». Да и то верно, хищник из хищников. Охотиться вышел, трепещите, речные обитатели. И не только мелочь. Мощными челюстями, которые в несколько рядов усеяны острыми, как иглы, зубами, может пополам перекусить рыбину одинакового с ним размера. Ну вот впереди показался наш табор. Сплав закончен. Уставшие, но довольные, избавляемся от поднадоевших за день сапог и принимаемся за приготовление взятой нами части улова. Головы и плавники идут на уху, филе и жареху. А вот потрошкам и икре уготована специальная участь. Потрошка и икра обжариваются с луком на растительном масле. А вот часть линковой икры было решено посолить. Для этого изготавливается приспособление под названием крестик. Икра взбивается этим крестиком до однородного состояния. При этом икринки отделяются от ястыка, пленочек оболочек. Затем просто добавляем соль, опять перемешиваем и оставляем минут на 20. Не удержались мы от уже ставшего традиционным японского суши. Филе лосося, соевый соус, смешанный с горчицей и васаби. Ну а дальше все как. Хлеб, масло, икра и просто нет слов. Горчичная.
Ну, короче, нет слов. Нет слов. Конечно, при таком изобилии рыбы не могли мы удержаться от ночной ловли на мыша. Однако морозные ночи не позволяли нам сделать это. Дело вовсе не в том, что мы боялись замерзнуть, а в том, что после одного-двух забросов обмерзала леска и кольца удилищ, что делало ночную рыбалку просто невозможной. Вскоре погода изменилась, значительно потеплело, и очередная ночь оказалась вполне подходящей для этого вида ловли. Привязав разнообразные мыши, от самодельных до фабричных, мы, воодушевленные, отправились на ближний, заранее подобранный, удобный участок реки. Через пару часов мышкования мы, удивленные и обескураженные, не сговариваясь, собрались в одном месте. Результат у всех был одинаков. Полный ноль. Ну и какое ваше мнение по такой ночной рыбалке? Рыба спать легла, отдыхает, устала за сегодняшний день бороться. Все отпущены, сказали, мы отдыхать будем. Содержимое желудков пойманных на спиннинг линков, а это были в основном различные личинки, обитающие на дне, позволяло спрогнозировать успешную рыбалку на поплавочную удочку. Посвятив некоторое время этой снасти, мы получили более чем весомое подтверждение нашему прогнозу. Вот такого красавца линка весом почти 3 килограмма поймал на удочку Владимир. Линок на 2900, вот на эту обманку нашу забайкальскую, вот с подмуткой. Черненькое петушиное перо, красное. Хвостик, крючочек, десятка. Обилие рыбы позволило нам поэкспериментировать в снастях и приманках. Например, помимо классических вертушек и воблеров, доказали свою состоятельность колебалки и пока еще мало популярны у нас попперы. На один крючочек поппер. Чей, не помню. Ютуб. А поверхности же идет? Поверхности, поппер. И вот, как мышка идет. Ощущение, конечно. Плетенка 0,12. Взялся вон за задний тройничок, на один крючок сел. Время шло. Рыбалка уже заслужила звание отличной. Мы экспериментировали, меняли снасти, даже просто прекращали рыбалку, выполнив свой норматив. Однако никого из нас не покидала мысль о настоящем трофее. Ведь Монголия славится во всем мире именно трофейной рыбалкой на тайменя. Кому улыбнется госпожа удача? Каков будет размер трофея? В этой части программы мы хотим подробнее рассказать о самой, пожалуй, удивительной рыбе, которой нет равных и в наших реках, и в реках Монголии – о таймене. Таймень обыкновенный, или сибирский, самый крупный представитель семейства лососевых, достигающий 1,5–2 метров в длину и 60-80 килограммов веса. Обитает в пресной воде, реках и проточных холодноводных озерах и никогда не выходит в море. Как биологический вид, таймень появился 18 миллионов лет назад, в то время как тихоокеанские лососи, кита, кижуч, горбуша, чавыча, нерка и сима образовались всего 2-3 миллиона лет назад. Удача впервые улыбнулась самому старейшему, опытному и именитому – Бороде, что было воспринято остальными участниками как закономерность и заслуженная награда. Таймень взял с лодки во время второго сплава уже на другом участке реки, когда мы поменяли табор. Итак, наш таймень взял при забросе с лодки. Основная стадия борьбы происходила именно в ней, что было нелегко, так как в лодке находилось трое человек. Таймень выныривал, мотал головой, бил хвостом, норовил уйти под лодку, словно догадываясь, что таким маневром можно легко сломать спиннинг рыбака. Трудно определить размер трофея, пока он находится в воде. На этот раз ему была дана оценка в 7 килограммов. Ну вот, наше судно причалило, и завершающая стадия борьбы проходила уже с берега. Так, трофей взят. Быстро извлекаем приманку, инструмент всегда под рукой. Измеряем сколько? Длину 105 сантиметров. Взвешиваем непременно в мешке.
10 килограмм. Он долго не может. Если небольшие таймени весом до 5 килограмм, так называемый монгольский стандарт, не требовали каких-то специальных действий и уходили немедленно, то экземпляру в два раза крупнее необходимо помочь. При этом необходимо, взявшись за стебель хвоста, совершать энергичные возвратно-поступательные движения, чтобы вода интенсивно омывала жабры. Желательно сделать несколько нажатий пальцем в области сердца, снизу между грудных плавников. Делаем так до тех пор, пока таймень начинает делать уверенные попытки вырваться. И только тогда отпускаем. После всех этих событий еще долго стучит в висках и пересыхает в горле. Самое время попить водички. А вот после поимки такой рыбы, красавца тайменя, неплохо выпить родной куки водички. Набегаешься, напрыгаешься с ним. Очень приятно. Всем советую. Кука наша родная. Наши монгольские друзья аккуратно наблюдали за выполнением нами условий и правил рыбалки. Они решали, какую рыбу можно взять, а какую отпустить. И даже просили отпустить тайменя собственноручно. Мы вполне их понимали, ведь это их земля. Сегодня переехали на новое место. Здесь река имеет уже более степной характер. Будем пробовать рыбачить. Рыбалка на новом месте была не менее результативной. Ловились линки и небольшие таймени. Пошел. Теперь вот Володя, пожалуйста, вам тащит. Все в одном месте. Линок. Линок. Тяжелее. Пока все участники поездки получали свою порцию адреналина, обделенный рыбацким счастьем оставался только наш оператор. До сих пор, чтобы не отвлекаться от съемок, ему так и не представилось возможности расчехлить снасти. Но вот настал момент, когда было решено, что отснятого материала вполне достаточно. И при очередном сплаве по новому участку реки оператор берется за снасть. Уже после десятка забросов происходит следующее. Воблер, брошенный с лодки в ямку, вдруг останавливается. Следующие два уловимые движения приманки однозначно сигнализируют. Таймень. Последующее сопротивление с выныриванием на поверхность дает возможность неуверенно предположить вес тайменя – больше 5 килограмм. После незамедлительной высадки на берег начинаем форсировать вываживание. Благо в прочности снасти нет никаких сомнений. А это в первую очередь прочная плетеная леска и углепластиковое удилище. Пару раз боец сматывает метров по 30 лески. Обратите внимание, как производится выкачивание и как отрабатывает все усилия снасть. Фрикцион катушки успешно компенсирует рывки противника, не давая превысить прочность лески. Снимаем явно мешающий рюкзак. Итак, закрепляем урок по правильному отпусканию тайменя. Пункт 1. Форсируем вываживание.
чтобы не допустить высокой концентрации молочной кислоты в мышцах соперника. Пункт второй. Стараемся как можно меньше извлекать соперника из воды. Можно поздравить? Можно поздравить? Пункт третий. Быстро и аккуратно при помощи инструмента извлекаем приманку. Ни в коем случае не трогаем жабры. Измеряем, взвешиваем. Только в мешке. Делаем искусственное дыхание, отпускаем при уверенных попытках вырваться. Этот таймень оказался рекордным. Он потянул на 13 килограмм, что, однако, маловато при длине тела в 122 сантиметра. У нормального упитанного экземпляра вес должен быть в районе 18-20 килограмм, что говорит о высокой пищевой конкуренции среди хозяев в данном водоеме и в это время. А наша рыбалка подходила к концу. Все участники, несомненно, остались довольны. Получили массу незабываемых впечатлений от пребывания на монгольской земле. А земля эта очень красива и богата. Реки полны благородной рыбы. Во время нашей экспедиции мы постоянно сталкивались с различными обитателями. Дорогу нашим автомобилям перебегали косули. Во время рыбалки нас постоянно сопровождали огромные стаи тетерок. В замерзших курьях хозяйничали пушистые норки. Очень хочется, чтобы и у нас было так же. Подходите к рыбалке разумно. Не берите больше, чем нужно. Умейте правильно отпускать рыбу в случае необходимости. Особенно это касается тайменя, популяция которого у нас в Забайкале значительно малочисленнее, чем в Монголии. Восстановить и приумножить которую можем только мы, забайкальцы.